Так, ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбу Макс, и у нас сегодня такая довольно-таки экстренная новость насчет Аргентины. Совсем недавно, прям пару часов назад, консоль Мания выложил видос о том, что все, конец Аргентины, все это прикрывает, даже, по-моему, какой-то там вице-президент об этом объявил. Меня, естественно, очень сильно это заинтересовала новость, поскольку посыпались, вылазь всякие сообщения по поводу этого видоса, чувак, что делать, как же так, кстати, об этом мы сегодня поговорим. И, если честно, я был немножко в шоке, как это так Аргентина существовала, да, майкам было вроде как пофиг, а теперь они задумались ее прикрывать, мол, ну, они реально будут с этим бороться. Вот, в принципе, цитата из новости, которую нашел Консолимания. Габриэла Шустер отметила, что компания намерена исправить уязвимость Windows Store, благодаря которой многие приложения для компьютеров можно было запускать абсолютно бесплатно, и магазина приложений для игровых консолей Xbox, благодаря которой некоторые пользователи могли приобретать цифровой контент в магазинах других регионов, не соответствующих, цене. После прочитки такой цитаты реально думаешь, блин, капец, все, типа, минус Аргентину, ведь это сказал там вице какой-то президент, все, там, собираем манатки и так далее, но где это было сказано? Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы. Просто, знаете, копаясь по всему интернету, я ничего подобного, к сожалению, не нашел. То есть, как бы я ни писал, нечто подобное, такую вот новость я не нашел вообще. Откуда он это взял, я не знаю. Хотя пизжу, знаю. Скорее всего, данную информацию он взял в одном из пабликов ВКонтакте от какого-то Михаила. По сути, данная новость точь-в-точь сходится, и, скорее всего, он взял именно оттуда. Но вот откуда взял Михаил, у меня на самом деле большой вопрос. Может быть, он откуда-то перевел сам, но я реально нигде об этом инфы не видел. Поэтому пока что из официальных источников не будет сказано именно так, то, ну, лично я не буду верить. Окей, давайте так, представим такое, что она действительно где-то там сказала, и представим, что Аргентину реально прикроют. У меня один вопрос по этому поводу. Откуда брать игры людям, которые находятся в регионе, в котором нет официального представительства Microsoft? Просто здесь прикол в том, что если прикрывают Аргентину, другие регионы, да, и не позволяют ребятам покупать с других регионов, то получается так, что люди там, где нету Xbox, они не смогут там купить игры вообще, ну, поскольку прикроют эту систему. Да, я прекрасно понимаю, что данным способом пользуются ребята, которые находятся не в том регионе, да, например, в России, еще где-то и закупают оттуда ключи через ребят. Ну как закупают? Получают подарки. Ну так вот будем говорить. Но как они сделают так, чтобы это все можно было отследить? У меня, ну, большой вопрос. Потому что если все-таки это все прикроют, то получается, ребята из других регионов реально не смогут покупать игры. Ну, мне, так скажем, первое, что приходит в голову, именно эта мысль. Да, я прекрасно понимаю, что Майки, в принципе, наблюдает за этой темой, да, и они как бы пытаются что-то там сделать, потому что у многих все-таки не активируют через мобильную сеть, но в любом случае эта тема доступна для многих. Кстати, если вдруг вы хотите приобрести игры с Аргентины, вы можете обратиться к этим ребятам, они вам точно все сделают. Но пока я призываю особо не париться на эту тему, потому что реально какого-то официального подтверждения данной новости пока что нет. Если вдруг найдут, то мы это обязательно в будущем обсудим. Единственное, что еще хотел бы обсудить в этом видосе, так это то, что многие ребята начали хейтить Xbox, что, мол, капец, Аргентина прикроется, нахер этот Xbox, зачем я его выбирал, и на самом деле я не очень понимаю людей, как бы если вы выбираете Xbox только из Аргентины, но, блин, чуваки, все равно у Xbox остается офигенное предложение в виде подписки Xbox Game Pass, которое позволяет тебе там за 12 тысяч в год. За 12 тысяч в год это, по сути, я не знаю, как 3 AAA игры новых, да, это большой срок. То есть ты купил подписку и получаешь новые и старые игры. На мой взгляд, даже без Аргентины данная подписка все равно выходит выгодной, но людям, видимо, этого мало, и они пытаются сэкономить более чем. Опять же, это выбор каждого, как я обсуждал в этом ролике, но, ну, на мой взгляд, ну, мне лично как-то обидно, что ребята узнают такую новость, да, хоть и утку, да, хоть и слух, и сразу же просто минусуют Xbox, что, мол, все, капец, в нем нету смысла. Ну, на мой взгляд, это как-то не очень, что ли. Поэтому, ребят, я пока призываю не кипишить на эту тему и как-то не переживать, когда вот мы найдем официальный источник, откуда эта новость вообще появилась, тогда, в принципе, можно уже задаться вопросом, обсудить эту тему, ну а также просто ждать и смотреть, как они все это реализуют, потому что, на мой взгляд, это действительно сложно. На этом, в принципе, все, вот такой вот видос, если понравился, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение по этому поводу, потому что тоже интересно узнать. До новых встреч!